Всем мое почтение, друзья. И вот хотел бы высказать свое мнение по такой ситуации. А именно то, что, вот смотрите, нам говорят, что УПЦ МП, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, кишит именно агентами ФСБ. Я с этим полностью согласен. Считаю, что это правда. Агента ФСБ там завались, как говорится. Но дело не в том, если идти этой логикой, если у УПЦ МП полно агентов ФСБ и священники, это фактически переодетые агенты ФСБ, то получается у ПЦУ также возможно, что там полно агентов СБУ. И более того, я считаю, что у ПЦУ тоже возможны агенты ФСБ. Почему бы и нет? Вот можно фактически считать, что ты вроде идешь к священнику там исповедоваться или еще что-то, а по сути под рясой у него, так сказать, форма спецслужбиста или ФСБ, или СБУ. По сути, дискредитация идет священства. Уже каждому священнику не доверяешь, допустим. Получается, что церковь стала филией спецслужбы. А по сути, так оно и есть. Я даже не сомневаюсь, что среди ПЦУ есть фактически спецслужбисты СБУшные и ФСБшные. Так же, как и в этом УПЦ МП. Там тоже, кроме ФСБшников, есть и СБУшники. Да получается уже, и надо не идти в церковь, а идти напрямую в контору ФСБшную или СБУшную и туда исповедоваться, если такой вот логикой судить. Я лично считаю, что идет полная дискредитация такой структуры, это церковь, и таких вот деятелей церковных, как священство, архиепископство и тому подобное. Я лично считаю, что мы живем такое впечатление, как будто в мире фантасмагории и какого-то сюрреализма.